Здравствуйте, друзья, я Георгий Черданцев, и, как всегда, рядом со мной коллега Константин Кенич. Будем смотреть футбол. Футбол большой, и футбол, не побоюсь этого слова, красивый. Самое главное – качественный. Сегодня Лестер встречается с Манчестер Юнайтед. Сейчас у всех нас будет отличная возможность понять, чего стоит Манчестер Юнайтед. Самое интересное в сезоне осталось на десерт. Клуб реально претендует. Удар! Мимо бьет игру. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Есть хороший адрес для передачи. Легко прошел он соперника. Шнедерлен! Не точно уже. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Да Сильва. Душ Сантуш Авейна. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Мемфис Депай. Мяч в сетке. Есть первый гол в сегодняшней игре. Пятнадцать минут понадобилось команде, чтобы распечатать ворота соперника. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Потерял он мяч, но кому он достанется? Посмотрим за этой атакой. Совсем не обязательная потеря. Люк Шоу. Не прошла эта передача мяча соперника. И пробил! Подарил мяч кому-то из болельщиков на трибуне. Спасибо, скажи. Да Сильва. Туш Сантуш Авейру. Манчестер Юнайтед атакует. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Мемфис Депай. Защита надежно играет, мяч отобран. Это может быть опасная атака. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Мемфис Депай. Туш Сантуш Авейру. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Бить надо! Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Может Манчестер игру продолжать. Душ Сантуш Авейру! Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Великолепная игра в пас. Где же удар? Не дает защитник нанести удар, но мяч все еще в штрафной. Туш Сантуш Авейру. Пока неплохо. Тут защита справляется с потерей мяча. Туш Сантуш Авейру. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Туш Сантуш Авейру. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. 1-0 после.
Возобновляется игра на стадионе King Power. Тут может что-то получиться. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Шнедерлен. Морган Шнедерлен. Душ Сантуш Авейру. Это может быть опасно. Забивать нужно. Соперник подаст угловой. Надо быть внимательнее. Мяч летит в сторону ворот. И это удар. У богатых, как говорится, свои причуды. Пока выигрывает команда, такие вот промахи можно даже в коллекцию собирать. А начнут проигрывать, тут тебе все и припомнят. Отлично сыграно, надо решать. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Футбол быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Мемфис Депай. А здорово ведь играет этот парень, а? Да, и видно, что получает удовольствие от игры. Возможно, он сейчас на пике формы находится. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нужно бить поворотом. Отобран мяч. Надо возвращаться. Иску. Манчестер Юнайтед нарушает правила, и это штрафное. Игрок получает предупреждение. Заметь, он даже не спорит с арбитром. И здорово играет защита. Мемфис Депай. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Ну, давай! Кейн! Удар Кейна! И он забивает! Команда полностью управляет игрой и забивает еще один гол, укрепляя свое преимущество. Заслуженный гол. Они просто расстреливали вратаря при полном попустительстве защитников, и рано или поздно это должно было случиться. Сегодня соперник ничего не может им противопоставить, и они, конечно, это чувствуют. Поэтому играют раскованно и очень уверенно. И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Мемфис Депай. Очень здорово сыграно. Это может быть опасная атака. Бить надо! Штанга, момент не закончен. Ну что это за пас? Просто подарили мяч сопернику. Четверть часа еще играть командам до конца основного времени матча. Манчестер в атаке. Он накручивает соперников одного за другим. Очередная потеря. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. И есть шанс отыграть. Гол! 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 Тренер угадал с замены. Такая вот распространенная фраза, но сегодня действительно угадал. Здорово сохранил игрок концентрацию и очень спокойно сделал из вратаря дурачка. Ну так уж, дурачка. Действительно, для вратаря момент неприятный, но такой же стиль. До конца игры 7 минут. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы поля. Поль Погба. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Опасная подача была, но оборона справляется. Ну что, нужно забивать с этого углового и завершать игру. Два. Крис Смоллинг. Головой бьет он по мячу. Хороший сейв, с реакцией все у кипера в порядке.
Судья добавляет 3 минуты. Манчестер Юнайтед атакует. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Чу-чу-чу-чу-чу. Вне игры. Свободный удар. Итак,